Всем здравствуйте! Это мой четвертый видеоотчет. Хочу поделиться с вами нашими успехами, нашими результатами за 2,5 месяца лечения в центре МБР «Давид» дистанционно. Итак, ребенок очень хорошо стал понимать обращенную речь. Также он стал выполнять команды. Например, если он сидит на полу, я ему говорю: «Сядь на коверчик», он садится, или «Сядь на диван». «Идем кушать», «Идем пить», «Пошли гулять». Он все это понимает и выполняет. Вот. Стал замечать собачек на улице. Вот. Когда мы едем в трамвайчике, он смотрит в окошко. Ему очень это нравится. Вот. Это тоже здорово. Когда мы с ним гуляем, он может отпустить мою руку и не хочет идти, например, в ту сторону, куда иду я. Я ему говорю: «Все, пока, я ухожу». Он бежит за мной. Вот, это намного облегчает, конечно, гуляние. Здорово, он понимает, что он может остаться один. Бежит за мной, берет мою руку сам. Вот. Также у меня была большая проблема. Он не хотел идти в садик. Он просто истерил на улице. Это был какой-то ужас. Я писала об этом Давиду и просила мне помочь. Вот чудо такое произошло. Мой ребенок теперь не хочет уходить из садика. Можете представить, какие чудеса творит Давид. Вот. Также у меня была проблема, когда к нам приходили в гости, то люди потом не могли уйти. Ни члены семьи, ни гости, никто не могли уйти из дома. Вот у него прям вот какая-то вот, не знаю, истерика была. Сейчас он, слава богу, нормально реагирует. Все могут приходить и уходить без проблем. Спасибо большое за все Давиду. Вот. Хочу всех поздравить с Новым годом, пожелать крепкого здоровья, терпения. Оно нам всем необходимо. Вот. И исполнение всех наших заветных желаний. Большое спасибо.